уж сложилось годами, что в этот день, независимо от погоды и накопленных предновогодних забот, брещане спешат на праздник. Зажжение огней на главной елке города, что может быть радостнее и прекрасней. Добрая традиция одинаково воспринимается как малышами, так и взрослыми. В ней есть что-то из детства. Она объединяет людей и заставляет поверить в сказку. В этот день горожанам дарили эту сказку известные и полюбившиеся персонажи. Песни и танцы не давали замерзнуть, а новогодняя иллюминация создавала ощущение приближения Нового года. Пришли мы, как и все жители нашего города, посмотреть на такое замечательное мероприятие. Мы все его ждали, видели, как к нему готовились. И, конечно же, прямая заслуга в этом, это, я думаю, властей нашего города, которые постарались, и в этом году совершенно другой внешний вид нашей елки. Лучше? Ну, конечно, замечательно. Мы все ждем, когда она зажжется. В общем, спасибо, конечно, за заботу о своем городе, о нас, о его жителях. Ну и всех с праздником. Внуков привела на елку посмотреть, как елка загорается. Намного лучше, чем в прошлом году. Обалденный просто. И этот замок просто сказочный, действительно поставленный на площади. Замечательный замок. Настроение праздничное создалось? Прекрасное, конечно же. Ярким моментом праздника стало появление главного героя Нового года – Дедушки Мороза. К изумлению публики в гости их пожаловало сразу несколько. В сопровождении снегурочек они прошлись по площади и поприветствовали горожан. Помощники главного брестского Деда Мороза предложили гостям праздничную забаву. Новогодняя сказка плавно подошла к кульминации. Жители города над Бугом замерли в ожидании долгожданного действа. На главную сцену с приветственным словом вышел мэр города Александр Рогачук. Меняется мир, меняется климат, меняемся мы, но не меняется наше отношение к самому любимому празднику – празднику Нового года. Понимая это, помня мое обещание – с этой сцены мы постарались в эту весеннюю погоду создать максимально новогодний антураж. Мы постарались сделать оформление нашей главной площади, нашей главной елки неповторимым и не похожим на прошлогодние. Я думаю, что у нас что-то получилось вместе с вами. И скоро мы оценим нашу красавицу елку. Градоначальник поделился с жителями предновогодним позитивным настроем, чем предвосхитил торжественный ритуал. Раз, два, три! Это только начало, начало хороших новогодних рождественских мероприятий, которые ждут брещан. Сегодняшнее открытие елки – это только начало тех работ по оформлению города, которые будут продолжаться вплоть до 31 декабря. И впереди у брещан еще очень много интересных открытий, очень много интересных световых и архитектурно-световых решений. И пусть это будет маленькой тайной, и пусть это будет поводом для брещан каждый день в нашем городе что-то искать новое и находить новое, и получать новые положительные эмоции. И хотя предстоящий праздник – повод исключительно для положительных эмоций, ожидания новых открытий и чудес, 2015-й останется в памяти горожан как яркий и насыщенный событиями год. Титул «Брест – культурная столица Беларуси» хоть и передан городу молодечно, однако, как справедливо полагают брещане, заложенные традиции будут существовать в дальнейшем. София Бережная, Кирилл Липовик, Дмитрий Лазарчук, телекомпания «Буг-ТВ».